Удивительно, насколько неточно и обманчиво время. На первый взгляд, четко выстроенная система исчисления, которую все мы так привыкли видеть в обрамлении циферблата часов, несовершенно и вызывает много сомнений. Один и тот же отрезок времени при разных внешних обстоятельствах может пролететь как одно мгновение, а может показаться вечностью. Долгие зимние месяцы – лучшее тому подтверждение. А уж если морозец крепкий в гости заглянет, то и того пуще чувствуешь себя узником в заточении. Лишь быстрые перебежки до погребка с припасами немного разнообразят каждодневный быт. В те дни, когда суровая тетушка зима сменяет свой гнев на милость, удается, пусть и ненадолго, вырваться на волю из заточения. На колесной технике от дороги далеко не уедешь, поэтому выручают теплые сапоги и запас энергии для пеших прогулок. В наступившем году мне посчастливилось съездить в гости к моим друзьям в город Серебрянск, замечательным и добрым людям, время в кругу которых пролетело стремительно и незаметно. На обратном пути, свернув с оживленной дороги и припарковав автомобиль у обочины, я насладился непередаваемыми кадрами заката. Контраст сочных ярких красок заката и белоснежного зимнего покрывала сочетаются удивительнейшим образом, а воцарившееся на многие километры безмолвие настраивает на гармонию с природой, которая кроется в красоте падающих с неба снежинок, в пении птиц в лесу и неописуемом чувстве радости, накрывающем с ног до головы. Ну и как же без кружечки ароматного дорожного чаю, каждый глоток которого наполняет тело бодростью и теплом? Календарный приход весны ознаменовался радостной новостью. Лесозаготовители расчистили дорогу в лес. А это значит, что можно без особых трудностей добраться до лесной опушки и подышать свежим воздухом. Хотя тот, кто ищет, трудности себе найдет всегда и везде. Совместный выезд с любителями бездорожья и приключений не оставил равнодушным никого из участников. Снег, которого в глубине леса оказалось предостаточно, чтобы обездвижить тяжелый автомобиль, никак не хотел натаптываться, рассыпаясь на мелкие песчинки. Тем не менее, снежные переметы преодолевались ходом или упорством и слаженными взмахами снеговых лопат. Со стороны все это могло выглядеть нелепо и забавно, но в эпицентре событий царила радостная и душевная атмосфера. Маршрут, на первый взгляд, непродолжительный, оказался долгим и насыщенным. Удалось сполна насладиться замечательным солнечным днем и получить ценный опыт передвижения в условиях бездорожья в составе колонны. Одним словом, поездка выдалась на славу. Вернемся в эти места через пару недель, а пока отправляемся на разведку к одной из запланированных на этот год целей. Неподалеку от города, чуть в стороне от оживленной автомобильной дороги Усть-Каменогорск-Риддер, виднеется вершина горы с интересным названием «Календарь». Немного информации удалось мне найти об этой вершине на сегодняшний день. От этого она еще больше манит к себе. Но одно дело поискать информацию о ней в открытом доступе, и совсем другое – закрепить найденный материал восхождением на ее вершину. Дело за малым. Найти подступы к горе и попросить разрешения немного постоять на ее макушке. Добравшись до поселка Михайловка, сворачиваю с дороги. Проезжаю через него насквозь, точнее, через его часть, отделяемую от остального поселка автомобильной дорогой. Подъезжаю к горе максимально близко. Дальше только на снегоходе или на лыжах. Снега в этих краях очень много. Насколько возможно, прохожу вперед по уже заметенному тракторному следу, чтобы внимательно осмотреться вокруг. Именно с этой стороны, насколько мне известно, поднимаются на календарь. Сойдет снег, проверим. Примечателен тот факт, что календарь, вершина которого, словно смотровая вышка, видна на многие километры вокруг, во все времена был своеобразным метеоцентром, о чем упоминал известный исследователь Виктор Иванович Верещагин во время своей поездки в Южный и Юго-Западный Алтай в 1919 году. Вернемся на лесную опушку. Не успев сделать и пары шагов в сторону, натыкаюсь на следы парнокопытного жителя этих мест.
Тяжелому животному нелегко приходится в зимнюю пору. Снежный покров, глубина которого в отдельных местах достигает 2 метров, не выдерживает веса тяжелого животного. А вот косолапый, судя по всему, вполне уверенно чувствует себя на весеннем снежном покрове. В третьей декаде марта весеннее солнце согревает лучше всякого пуховика. Ночами температура опускается ниже нуля, но в течение дня солнце поднимает столбик термометра до 15, а то и 20 градусов. После легкого перекуса, пока весеннее солнце не подплавило ледяную корочку на снегу, спешу отправиться в дорогу. Путь мой лежит в направлении уже знакомого постоянному зрителю домика Альтаир, расположенного на правом берегу речки Березовка, которую нам предстоит неоднократно пересечь по еще не успевшим обвалиться снежным мостикам. Несмотря на плотный наст, идти следует не спеша. Один неверный шаг и проваливаешься по пояс. Судя по этой яме, высота над уровнем земли здесь внушительная. Да и спешить особо не хочется. Вокруг такая красота, которую в спешке можно и не заметить. В этот раз путь до избушки не вызвал особых сложностей. Пешая прогулка выдалась на удивление легкой и приятной. Спустя полчаса пути впереди показался знакомый силуэт горы, у подножия которой живет своей тихой и спокойной жизнью Альтаир, встречая путника радушием и гостеприимством. С этим таежным домиком я познакомился пару лет назад. Немногое изменилось с тех пор. Совместными усилиями неравнодушных любителей этих мест отремонтировали прохудившуюся крышу. Теперь в домике сухо и уютно в любое ненастье. Виды вокруг завораживают. Особое место во всей этой красоте, безусловно, занимает старенький домик, оплот цивилизации в глухой таежной глубинке. Все как в лучших традициях сказочных историй. Дремучий лес в окружении гор, таежная речка да маленький домик, двери которого открыты для каждого путника. Хотя, чтобы открыть дверь в эту избушку, пришлось хорошенько поработать лопатой, бережно хранящейся под настилом крыши. Милости прошу в святая святых таежной обители. То, что в условиях города и цивилизации может показаться неопрятным и запущенным, в местах подобных этому воспринимается совершенно иначе. Кроме мусора, который оставляют после себя ленивые и неряшливые путники, в избушке нет ничего лишнего. Напротив, в этом лесном домике царит праздничное и радостное настроение, о чем свидетельствуют предметы праздничного убранства, новогодние украшения и разрисованные яркими красками камушки. Чтобы не замерзнуть и не простыть, надеваю сухое белье, а изнутри согреет горячий чай из термоса. Накинув на плечи одну из здешних кофтенок, усаживаюсь поудобнее за книгу записей. За пару лет исписанных страничек стало еще больше. Это радует. Пока не заросла сюда тропа, будет жить избушечка. Особенно приятно читать истории замерзших путников, которые благодарят тех, кто заботливо заготовил и оставил после себя дрова. Немногие сегодня знают, что это одно из неписанных правил пребывания в таких местах. Пока я согревался горячим чаем и вносил в книгу записи очередной след о своем пребывании здесь, на улице послышался какой-то шум. Это оббегает свои владения коротконогий зверек, больше всего напоминающий европейскую норку, хищное млекопитающее из семейства куньих. Слава богу, не медведь. От чистого сердца, желая внести свою лепту в сохранность лесного домика и его быта, с большим удовольствием подметаю пол в избушке и пополняю съестные припасы.
Как бы это ни было печально, пора возвращаться обратно. Подпираю дверь избушки причудливо исписанным посохом и, окинув взглядом уютное местечко, с благодарностью в сердце отправляюсь в обратный путь. Всю дорогу обратно не покидали смешанные чувства. С одной стороны, следовало бы поблагодарить лесозаготовителей, усилиями которых мне удалось подобраться как можно ближе к избушке на автомобиле, тем самым облегчив пеший маршрут. С другой же стороны, нельзя без сожаления смотреть на то, что после себя оставляют эти лесные вредители. Не мне судить этих людей. Гораздо разумнее, начав с себя, сделать что-то доброе и полезное, став примером для подрастающего поколения. На следующий день, вооружившись мусорными мешками и захватив с собой в поездку самого маленького члена команды, я вернулся в эти места вновь, взяв на себя смелость без разрешения его хозяев забрать кучу мусора, которую оставили после себя в избушке ленивые и неряшливые путники. Друзья, берегите природу и сохраняйте в чистоте места, которые вас приютили.